Сегодня рано утром родные и близкие известного певца и актера Игоря Скляра сообщили печальную новость. Они рассказали о том, что нашего любимого актера Игоря Скляра сегодня ночью из дому забрала бригада скорой помощи. У него высоко поднялось артериальное давление, ему стало плохо. Сейчас в российском шоу-бизнесе мало кто об этом говорит, так как мало кто об этом знает. Держитесь, друзья, за нас, и вы каждое утро будете знать, что происходит в российском шоу-бизнесе. Мы готовим свежий выпуск с подробностями того, что произошло с нашими актерами, и уже завтра рано утром на нашем канале выйдет этот выпуск, который вы, друзья, увидите раньше других. Подписывайтесь на наш канал и следите внимательно за нашими новостями. Мы делаем все возможное для того, чтобы вы узнавали свежие новости из российского шоу-бизнеса.